О, ребятки, между прочим, мы должны быть благодарны американским феминисткам в 20 веке, которые права женщин отстояли, и мы там не где-то в тени, что нам нельзя голосовать. Представляете, раньше было такое. Поэтому я поддерживаю адекватный феминизм, когда женщины и мужчины во многих процессах, должностях имеют право на какое-то равенство. Сейчас до сих пор феминистки борются, чтобы на различных предприятиях платили одинаковую зарплату как мужчинам, так и женщинам, потому что до сих пор есть во многих компаниях это неравенство. Например, иногда женщина хочет быть слабой в каком-то вопросе, она сама соберет полку, но можно попросить мужчину. То есть вот не радикально, не вот так, что я сама и потрясу вот этими звенящими бубенцами, потому что я сама себе мужик. В нас всех есть мужское и женское. Иногда нужно выключать свою сильную мужскую часть. Иногда оно у некоторых девочек фонит и зашкаливает. Я никогда не поддержу какие-то радикальные группы, сообщества, которые унижают, истребляют каких-то других людей. Так быть не должно. Мы все-таки за мир во всем мире, особенно в моем блоге. Вы знаете, что я топлю за мир, за прекращение всех войн. Поэтому давайте никаких перекосов. Адекватный феминизм, он прекрасен. Женщина занимает свое место в мире. Сейчас вообще эра наступает женщины, женской энергии, любви. Мы прокачиваем эту планету своей энергией, иначе все рухнет на такой агрессивной мужской энергии. Поэтому я за адекватность и баланс во всем. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, мне прям очень интересно.